Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Том за золотом. И по просьбе подписчика с ником Махита Тагушей, сегодня я куплю офицера Тома. Кроме того, друзья, попробуем выполнить миссию дня, а миссия дня не врезаться 60 секунд. И попробуем сразиться с реальными игроками и победить. Ну что ж, друзья, итак, давайте-ка найдем офицера Тома. Вот, и сейчас у меня вот аккаунт, на котором еще куча некупленных персонажей. Но сейчас, я надеюсь, мы его купим и потестим. Вот он, офицер Том. Отлично. Итак, активируем покупку. И, конечно же, потестим его в пробежечке. Кстати, нельзя ли его улучшить? Давайте-ка я посмотрю. Да, есть возможность улучшить действие магнита. А теперь давайте-ка пробежимся и, надеюсь, выполним сегодняшнюю миссию. И да, друзья, мы собираем маски. Вот, за них можно будет покупать разных героев. Вот, сейчас идет акция. Вот, опять же, надеюсь, это нам удастся. Отлично. Итак, очередная маска. Вот, золото удалось нам собрать. И да, друзья, вот я начал прохождение игры с нуля. Вот, поэтому вот домик для Тома мы расстроили в прошлых видео. Для Анжелочки, для Хэнка и Джинджера. А дальше домики не расстроены. Ой, друзья, это было опасно, друзья. Что-то я отвлекся и чуть не врезался в стенку. Вот еле наш Том выжил. Обидно было бы вот в самом начале игры погибнуть. Но как бы у нас все получилось. Ну а сейчас давайте-ка я возьму следующую маску и забежим вот мир скейтборда. Вот, отлично. Итак, вперед-вперед. Вот, да, вот такой вот классный рывок, прыжок и скользим на панели. Кстати, что-то нас Том немножко соскользнул, но ничего страшного. Итак, рывок, еще рывок. Отлично, вот кучу золота удалось собрать. Есть, друзья. Итак, удалось взять шлем для нашего Тома. И даже если сейчас врежемся, вот наш Томушка будет спасен. Ай-яй-яй, хотел выскользнуть, вот прокатиться на вот этой рампе. Вот удалось, отлично. И еще, да, вот кстати спасает, спасает шлем. Вот неудачно. И еще один шлем, отлично. Здорово. Ну что, шлемами бегать намного безопаснее. Кстати, я пропустил маску. Не очень здорово, но не критично. Еще одна маска. Супер. Кстати, нужно будет, друзья, посмотреть, какие награды нас ожидают за маски. Ну, я думаю, после пробежечки мы это сделаем. И да, давайте-ка, друзья, сейчас прокатимся еще на самолетике. И было бы здорово сегодня набрать, вот сколько бы сегодня набрать. Ну, давайте-ка, друзья, попробуем заработать где-то 3000 слитков. Вот, думаю, пока этого будет достаточно. Вот, и я, кстати, собираю золото, чтобы расстроить следующий домик. Я уже, в принципе, накопил несколько поездочек, но пока, думаю, с этим справимся. Отлично, итак, догоняем вредину енотика. Вот, в прошлой части мы сражались с ним, с боссом, поэтому сегодня, скорее всего, босса не будет. Но, может быть, пещера. Отлично, итак, куча золота. Вот, ой-ой, друзья, и наш офицер Том врезался, друзья. Вот, не знал, с какой стороны его обойти. Но здорово, что у нас есть бесплатная пробежечка. Отлично. Итак, ой-ой-ой, что это было как-то сложновато, но ничего критичного. Итак, замечательно, бежим вперед. Вот, уклоняемся. И да, друзья, есть пещера енота, есть пещера енота. И сегодня мы попробуем с него сбить несколько звездочек. Отлично. Итак, довольно-таки вот стрёмные миссии, но я думаю, мы должны справиться. Отлично. Итак, подныриваем. Подныриваем и собираем золото. Ого, кстати, пропустил маску. Обидно, но ничего страшного. Сейчас еще возьмем одну маску. Вот так, здорово. Уклоняемся, подныриваем и продолжаем пробежечку. Вот, здорово. Отлично. Итак, еще одна маска и еще одна. Просто супер. Итак, догоняем вредину енотика. И сейчас, друзья, будем с него выбивать. Отлично. Вот так, бьем, бьем, бьем. К сожалению, друзья, я играю на эмуляторе, а не на Android. Если бы можно было играть на телефоне, я бы использовал все пальцы. И тогда бы, вот, по-любому набил бы 3 звездочки. Вот раньше на канале есть видео, где я это делал. Вот там было довольно-таки неплохо. Вот выбивал. Кстати, это кто-то из подписчиков когда-то мне подсказал вот эту подсказочку, что стоит только вот всеми пальцами бить по экрану, и тогда без проблем набивается 3 звездочки. И это действительно работает. Вот, здорово. Итак, неплохо прокатились на самолетике. И догоняем уже вредину енота. Отлично. Итак, босса, скорее всего, не будет. Вот, кстати, что мы там с золотом? Уже накопили 1600.
Вот мне так, ну я думаю, друзья, 3000 будет достаточно. Ну и плюс еще, вот наберем масочек, возможно, друзья, в следующем видео я сумею купить что-то за эти маски. Отлично, итак, подныриваем. Вот, супер. Итак, еще нырок, и идем с вами дальше. Вот здорово. Ну что ж, пока идет все великолепно. Уклоняемся от препятствий и движемся дальше. Вот, супер. Итак, прыжок. Да, друзья, я вижу шлем. Шлем офицера Том. Вот он нам, конечно же, здорово понадобится. Вот, не рискнул, друзья. Вот, использовал шлем и пошел в атаку. Вот, разбил препятствие, но и мы взяли самолетик. Отлично. Итак, 2000 все-таки мы уже собрали. Вот еще одна маска и, скорее всего, сейчас заряд нашего самолетика закончится. Ну вот, неплохо. Итак, впереди енот. Время идет. Мы его догоняем и берем очередную маску. Здорово. Кстати, еще один сейфик. Отлично. Итак, нашей коллекции добавилось. Вот нужно будет, кстати, его активировать. Открыть. Отлично. Итак, подныриваем и продолжаем движение. И да, я вижу еще одну маску. Вот супер. Плюс еще магнитик. Это нам тоже здорово понадобится. И сейчас мы благодаря магнитику наберем целую кучу золота и как бы выполним сегодняшний план. Вот здорово. Ну что, вперед. Итак, нырок. Собираем золото, перепрыгиваем и продолжаем движение. Ай-яй-яй. Было опасно. Но наш Том выжил. Вот. И продолжаем пробежечку по крышам. Вот круто. Круто. Вот, отлично, и, ай-яй, друзья, вот, боялся, что мы разобьемся, нет, удалось выжить. Кстати, что у нас с золотом? 2500, ай-яй-яй, друзья, и чудом не врезался. Вот, хотел перепрыгнуть, не получилось, но ничего страшного, зато удалось взять маску. Ой, как это получилось, не знаю. Вот, был уверен, что уклонимся, не уклонился. А что ж, друзья, 2485. 5 монеток уже 2500 мы набрали слитков. Вот продолжаем движение. Ну, я думаю, 3000 сейчас мы по-любому с вами наберем. Вот только главное, чтобы наш Том опять же... И да, друзья, походу у меня новый рекорд. Походу новый рекорд, по крайней мере, в этой игре. Вот на этом аккаунте. И да, мне удалось забежать в мир Джинджера. Вот, уклоняемся от самолетиков. И есть, удалось взять шлем. Просто здорово. Куча препятствий, но наш офицер Том довольно-таки здорово это все преодолевает. Вот, перепрыгиваем и продолжаем движение. Кстати, очень быстро как-то это все выныряло. Но, как бы, я знаком с этой локацией, поэтому, как бы, казалось, без проблем. Супер. Итак, удалось накопить целую кучу золота. 2800. Вот, я думаю, давайте-ка еще забежим мир скейтборда. Друзья, удивительно, что сегодня у нас не попалось никакого космического мира. Как правило, вот раньше у нас все время попадало, но сегодня почему-то не попало. Ну что ж, друзья, если сейчас наберем 3000, а 3000 я уже набрал скидков. Вот давайте-ка, не хочу проигрывать, хочу, чтобы это было как-то вот более спокойно выйти из игры. Ну вот сейчас добежим эту локацию, и я попробую выйти. Отлично. Итак, рывок. Вот, здорово. Ой-ой-ой, чуть-чуть не попал. Да, есть двойные слитки. Вот, супер. Ну что ж, золота не может быть много, поэтому, друзья, я его... Ой-ой-ой, как это было стрёмно. Вот, еле выжил. Да, есть рекорд. Отлично. И еще одна маска. Ну, просто супер. Вот, и скользим на вот этой штучке, как она называется, не знаю, ну, вот металлическая рампа, вот, и вот так, супер. Ну что ж, замечательно, друзья, давайте-ка на этом пока закончим, вот, и посмотрим, удастся ли нам улучшить нашего героя. Да, есть рекорд, просто супер. Итак, могу ли я что-то улучшить в нашем Томе? Вот, нет, ничего пока нету, вот, но мы можем вскрыть сейф, да, было бы здорово, давайте-ка я активирую открытие сейфа. Вот, кстати, есть возможность купить алмазный сейф, давайте-ка я его куплю, посмотрим, что есть. Итак, 120 кристаллов, 800 слитков, 8 бомбочек и еще 30 шлемов, плюс 25 двойных слитков. Отлично, ну и откроем вот обычный сейф. Вот что в нем, шлемы,
Вот бомбочки, самолетики и пока все. Ну что ж, активирую следующее скрытие для следующего видео. Вот можем ли мы улучшить что-то нашего Тома? Да, есть возможность увеличить действие самолетика. Супер. Ну а сейчас давайте-ка, друзья, пробежимся с реальными игроками. И я надеюсь, нам удастся вот выбить и взять какое-то призовое место. Итак, давайте-ка я это сделаю. Причем, друзья, куплю шлем и рывок. И надеюсь, что наш Том победит. Итак, вперед. Рядом Хэнк. И еще один Хэнк. Вот, отлично. Итак, вперед. Удалось взять пока мне энергию. Отлично. Вот прыжок. Пытаемся уклоняться. Есть. Ой-ой-ой, друзья, кто-то там очень здорово догоняет. Ох, какой крутой игрок. Смотрите, как он шустро меня догоняет. Ничего я не сумел противоставить. Вот, но сейчас, надеюсь, будет интересно. Итак, подныриваем. Да, друзья, обхожу. Ну, в нос идем. Вот это круто. Это круто, друзья. Вот, что это было, друзья. Вот, походу, я столкнулся. Вот, я столкнулся, но я надеюсь, что все-таки мы сейчас пройдем с вами. Ай-яй-яй, и так, не могу догнать Хэнка, но я надеюсь, что сейчас мы все-таки с вами попробуем. Вот, ай-яй-яй, друзья, я взял рывок и только прихожу вторым. Мне удалось, друзья, взять первую победу. Очень крутой оказался игрок, который играл за Хэнка. Как видите, Бен проиграл, но давайте-ка дадим еще шанс нашему, Тому офицеру, я уверен, у нас должно все получиться. Итак, давайте-ка я сосредоточусь на игре. Вот я уверен, у нас должно все получиться. Итак, да, есть, мы рванули вперед. Вот я беру энергию, да, вот довольно-таки, опять же, крутые игроки у нас попали. Вот здорово идут, здорово догоняют. Ай-яй-яй, друзья, и я попал на замедление. Вот не стоит так делать. Вот только ускорение. Отлично. Есть, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. По-моему, друзья, перепрыгнул, не задел. Вот, не удалось взять. Что с врагами? Нет времени отвлекаться. И поэтому я иду вперед. Отлично. Итак, подныриваем, берем энергию и продолжаем движение. Итак, еще рывок. Супер. Так, не смотрю, что делается с врагами. Поэтому, друзья, вот как-то так. Отлично. Итак, еще рывок. Вот, перепрыгиваем. Ай-яй-яй, друзья. Да, друзья. Есть. По-моему, я первый. Как так? Я был уверен, друзья, в победе. И опять второе место. Вот, походу, нас вот на самом финише обошли. Ну, давайте-ка, друзья, я сделаю еще третью попытку. Если же не получится, то на этом уже будем заканчивать. Итак, я был уверен, друзья, что мы победили. Вот в конце я не наступил на рывок, и поэтому как-то так получилось. Ну, сейчас, я надеюсь, все-таки мы вот совершим победу. И победим. Итак, собираем энергию. Вот, подныриваем. Отлично. Вот, довольно-таки классные игроки играют в эту игру. Но я надеюсь, что сейчас мы все-таки сумеем победить и взять победу. Отлично. Вот так, здорово. Итак, собираем энергию. Вот, кстати, надо было по другой стороне пойти. Там был лучше рывок. Но я думаю, сейчас я возьму. Отлично. Вот так, супер. И еще. Вот, здорово. Итак, идет все просто замечательно. Вот, я оторвался от врагов. И, да, друзья, наконец-то враги остались сзади. И мне удалось вырвать победу. Просто супер. Ну что ж, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Да, дальше у меня домики еще не расстроены. Пишите в отзывах, в комментариях, что лучше расстраивать домики до следующих героев, либо играть с другими героями, вот, и покупать других героев и тестировать в пробежечках. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Ну и, конечно же, поддерживайте канал лайками и подпиской. Всем пока, друзья, до новых встреч!